Власти Уфы планируют открыть невозобновляемые кредитные линии на 500 миллионов рублей. Аукцион по подбору банка назначен на 9 января. Средства привлекаются по ставке в пределах 15% годовых на погашение дефицита городского бюджета на срок от 5 до 6 лет. Общая стоимость контрактов с банками определена в размере 378,5 миллионов рублей. Объем каждой кредитной линии – 100 миллионов. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 декабря. Отмечу, что ранее депутаты утвердили проект бюджета Уфы на 2017 год без дефицита. Доходы и расходы городской казны спрогнозированы в размере 18 миллиардов 470 миллионов рублей. По данным издания «Коммерсант», в течение следующего года мэрия планирует занять в банках 690 миллионов рублей кредитов и погасить имеющиеся на 700 миллионов.